Хадсон? Мы закончили анализ ОВМ, которую Мейсона Вудса привезли с Ямантау. И? Пирсе искал имена спящих агентов Драговича, задействованных в 68-м. Дайте нам эти имена. Группа Адлера их выследит. Пирсе их стер. Твою мать. Есть только одно место, где можно получить эти сведения. Дом на Лубянке. Что? Штаб-квартира КГБ? А почему тогда Персей сам туда не заглянул? Не знаю. Возможно, он работает без приказа сверху. Я сообщу Адлеру. Но тогда надо делать все как следует. Или не браться вообще. Так, я тут, и у меня инструктаж по Лубянке. Эх. Кстати, я рад, что они прям подумали, что об игроках есть перки, когда ты стоишь и получаешь меньше урона. Это же, блин, здорово. Это же бесполезно для меня. Ну, дали же выбор, как бы, что использовать, а что нет. Так что какая разница? Типа, да. Наверное. Только что узнал. Беликов снова. Да, не знаю, эти перки вообще выглядят очень лишними. Лазарь, на тебе эвакуация. Вы вместе пойдете на Лубянку? Ты что, рехнулся? Типа, есть еще бубнить-то. Мне не нужны Мейсон и Вудс, ее навыки нам пригодятся. Издеваешься, да? Ты понимаешь, что это излишний риск для всей операции? Чё-то не понимаю. Он не излишний. Он рассчитанный. Пойми, что если ты облажаешься, мы не получим эти имена. Это конец. Блядь, чё там двойной прыжок стоит, блядь. Ладно, я пойду погружаться, потому что это с диалоги и всё такое. Будет что-то, я вернусь. Mm-hmm. Я в тебя верю. Хадсон не доверяет тем, кого не может контролировать. Ладно, попробую разобраться. О, тут привезли новый увеличитель. Поставил в темной комнате. Кстати, тебе ни о чем не говорит такое имя, как мадам Гильза? Звучит знакомо. В Арпанете пишут, что ее тело нашли на Кипре. На берегу реки Педиос. О, это все. А голову в 2 километрах... Что у тебя? Не в первый раз в секретное агентство влезаю. Все они отлично защищены. Но есть слабые места. В данном случае слабость в том, что КГБ чересчур доверяет своим. По-моему, эта операция как будто создана для тебя. Я веду переговоры, ты даешь имена. А что? Можешь считать, что да. Плохо. Не мой человек. Если бы я не был готов доверять людям, я бы выбрал другую работу. Нет. Ми-6 занимается периметром. Агенты в странах-сателлитах. В СССР фигуры помельче. Снаружи вовнутрь.
Беликов из наших. Надеюсь. Хадсону я доверяю. Он, конечно, сволочь, но не дурак. Шрам? Ты про этот? Заметно? В 73-м во время операции в Малайзии меня чуть не задрал тигр. Но человеческий ум взял верх над животной яростью. Тебе доводилось драться с тиграми? Ага. Я бы назвал это поэтичной справедливостью. Лазарь. Спасибо тебе. За что? Хочешь убедить меня доверить эту операцию тебе? О, серьезно? Ну, ты хоть не прячешься за Адлера. Уже плюс. В чем дело? Это секретная информация. И по мне, так тебе совершенно ни к чему ее знать. Адлер вас познакомит. Выполняй его приказы. Никак нет. Проявив интерес к секретной базе данных, он выдаст тебя и сведет на нет годы работы. Он вас впустит, но к этому списку даже не подойдет. У нас нет времени ее готовить. Беликов добудет форму, а дальше разбирайтесь сами. Строго говоря, вся затея на грани безумия. То есть именно та работа, которую мы поручаем Адлеру. Самый верный союзник Адлера –
Или пушечное мясо. Превосходная идея. Пора вспомнить русский, Белл. К счастью, нет. В штаб-квартире КГБ. Только между нами. А я как же? И Симсом. Надеюсь, мне не придется туда заходить, только подвести вас. Дело может пойти вниз тормашками. Вверх! Вверх тормашками! Вверх, вниз. Какая разница? Ты ведь из КГБ, верно? Довелось там бывать? Извини. Не стоило об этом спрашивать. Другая жизнь, лучше не вспоминать. Ну, она... Ты знаешь, как он относится к Парк? Она профессионал. Я ей не верил, но после Берлина понял, что напрасно, по-моему. Парк наш человек. Наш человек, твою мать. Да-да. Да, до Москвы далеко. Не-а. Дом на Лубянке. Штаб-квартира КГБ в Москве. Досье на спящих агентов в командном бункере противоатомной защиты в глубине 30 метров. Внутрь ведет только лифт. Охрана более чем серьезная. Нужен соответствующий допуск. И тут агент Беликов вступает в игру. Беликов остается нашим кротом в КГБ уже почти 10 лет. Он впустит нас. Он выручил нас в Ямантау, выручит и сейчас. Это безумие даже по его стандартам. Он точно с нами? В данный момент прямая ядерная угроза оправдывает любой риск. Уверен, он согласится. Веди Беликова в курс дела. Это Беликов. Извините, я думал, это посольство Сингапура. Мы уже возле тоннелей. У тебя есть доступ в бункер? Проблема есть всегда. Решай. Мы забираем документы из бункера. Сделай все возможное. И еще одно. Один из наших информаторов в Восточном Берлине предал нас и бежал в Москву. Есть основания полагать, что сейчас он на Лубянке. Он слишком много знает о нашей берлинской сети. Мне кажется, его пора списать. Отлично.
Теперь я понимаю, за что Хадсон тебя ценит. Когда будешь ключ, встречаемся у входа в подвал. Товарищ Беликов, вас вызывает в конференц-зал наверху. Прибыл секретарь ЦК товарищ Горбачев. Генерал уже ушел. Все. Товарищ Беликов, садитесь. Генеральный секретарь Брежнев весьма заинтересовался вопросом государственной безопасности. В КГБ работает КРОН. Комитет желает, чтобы кто-нибудь из ПГУ проконтролировал расследование полковника Кравченко. Это Имран Захаев, если вы еще не знакомы. Спасибо, товарищ Горбачев. И благодарю присутствующих за теплый прием. Я считаю, что самый страшный враг – это тот, кто разрушает дом изнутри. Любовь и доверие в семье священны. К несчастью, не все разделяют ваши замечательные убеждения. Товарищ Беликов, вы как глава службы безопасности практически выбились из сил, пытаясь найти крота. Докладывайте. Терпение не входит в число моих достоинств, как и сочувствие. Пока крот не найден, нам необходимо усилить охрану бункера. Захаев, у вас будут какие-нибудь предложения? Нужно ограничить доступ в бункер. Также я хотел бы получше познакомиться с каждым из вас. Изучить ваши страхи, надежды и амбиции. Действуйте, но постарайтесь не мешать нормальной работе. Теперь вы, можете Беликов, поступать. Кому нужно сохранить доступ в бункер на время расследования? Извините, товарищ Беликов, даже вы лишены доступа в бункер. Главное – осторожность, верно? Товарищ Горбачев, уверен, будет лучше, если ключ останется только у генерала Черкова. Хорошо, проследите. Конечно, товарищ Горбачев. Я уже распорядился изъять ключи от бункера. Товарищ Беликов, наша родина в смертельной опасности. Капиталисты хотят уничтожить все, чего мы добились. Изменник будет пойман. И дорого заплатит за свое предательство. Вы свободны, Беликов. Культовый персонаж это Захаев, да? Угу. Я такой, типа, чё? Типа, они решили Modern Warfare подвязать. Типа, одна вселенная теперь. Ух, один Warzone, одна жизнь. Один Захаев. Да. Круто, круто. Мне понравилось. Понравилось. Ладно. Пошел дальше погружаться. Пройдите в кабинет через
За мной следят. Мне нужен ключ от бункера, но сперва надо разобраться с камерами. Простите. Режимная зона. Если меня здесь заметят, это провал. Здравия желаю. Чем могу служить? Теперь надо спрятать тело. Надо раздобыть ключ для Адлера. Ему нужно хранилище. Единственный ключ сейчас у Черкова. Беликов, как поживает наш крот? Неважно. Мы засекли несанкционированную попытку связи. Через пару часов будем знать, с какого компьютера она велась. Меня вот-вот раскроют.
В серверной я могу перевести стрелки на Чуркова. Товарищ Беликов, здесь содержится диссидент Петр Иванов. С ним будет говорить сам Чирков. Товарищ Беликов, я уже осмотрел помещение сам, но если вы настаиваете... Кто бы вы ни были, я вам ничего не скажу. Я не намерен играть в ваши игры. Делайте, что хотите. Иванов отказался сотрудничать. Нет, надо найти его дело в архиве. Значит, вечером сможем выехать. Что скажешь? Здравия желаю. Чем могу служить? Извините, товарищ Беликов. Но Захаев приказал усилить охрану. Без разрешения сверху никого не пускаем. Никак нет, извините. Захаев с меня голову снимет. Это действительно настолько важно? Я бы мог отвлечься на гаванскую сигару. Там в одном из кабинетов целый склад этого добра. Здравия желаю. Охранник меня не пропустит. Надо дать ему то, что он просит, или убить его.
Здравия желаю. Чем могу служить? Здравия желаю. Вы насчет моего назначения? Что? Адлер будет доволен. Теперь займемся ключом от бункера.
Да, нелегко быть двойным агентом. Это Чирков. Чем могу служить, товарищ Беликов? Генерал сегодня проводит допрос, но в остальное время он свободен. Когда будете готовы, сообщите мне. У меня есть шанс увидеть Чиркова. В кабинете Кравченко есть подходящий яд. Thank you.
Что прикажете? Замечательно. Проходите. Но я ничего не знаю. Здравия желаю. В отделе обработки данных я смогу перепрограммировать ключ для доступа в бункер. Теперь пора спуститься в подвал, встречать Адлера. Что-то здесь жарковато, не находишь? Хочешь, да, я помажу бюро? Что прикажете? Адлера нужна форма, чтобы миновать охрану. Думаю, мне стоит заманить пару солдат в тоннели. Это Беликов. Дежурный наряд в котельную. Срочно! Ты не придешь. Разве у меня есть выбор? Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку на вас все остальное. Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку на вас все остальное. Белл, прячься. Аккуратно. Форму.
Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку на вас все остальное. Белл, прячься. Аккуратно. Форма в крови нам не поможет. Эй, сюда! Здесь дверь не закрыта! Такое разгильдяйство совершенно недопустимо! Меры безопасности должны соблюдаться, вам ясно? Мне придется уйти, но у вас уже есть все, что нужно. Если остановят, скажите, что вы из группы товарища Соболя. Надевай. И пропуск в сумке. Давай, сюда. Придем в бункер, дальше сами. Ты слышал о генеральном секретаре Брехта? Нет, что случилось? Сделали операцию. Сердце? Они увеличивают ему грудную клетку. А то некуда повесить еще одну золотую звезду.
товарищ. Можете впустить нас. Ладно. Тут металлодетекторы. Идем в обход. Я показал вам свой документ. Уже должен быть на встрече. Мы никого не выпускаем, пока соединяемся. Пускайте теперь. Сейчас мы никого не выпускаем. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Вы должны пройти досмотр. Поставьте сумку сюда для досмотра. В этом нет необходимости. Дайте нам пройти. Не принимайте это на свой счет, товарищ. Мне приказано досматривать всех без исключения. Ты нужен Захаеву наверху. Я здесь разберусь. Спасибо, товарищ. Опаздываешь, Беликов. Я здесь, не правда? Идем. Просьба выполнять все указания сотрудников службы безопасности. Это столько, сколько нужно. Что здесь происходит? Я ждал осень соколов. Но она не спустилась за нас. Едем вниз. Новые лица. Когда вы прибыли? А, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Какое совпадение? Я как раз к нему на прием. Обязательно передам ему привет от вас. Вот таких уродов нам и стоит опасаться. Держи. Внизу нам будут не рады. Жди команды. Прежде чем Кравченко успел...
Пошли!
меня! Еще укрытие! Здесь раненый! Они обходят! Не подумать о подходе. Поставь газ в вентиляцию. Есть. Идем в хранилище. Долго не хватит. Отлично, Белл. Тот самый список. Сливай его на дискету и валим отсюда. Давай-ка!
Не останавливайся. Надо искать. Выход. Thank you.
бронежилеты, шлемы, пулеметы, взрывчатка. Давай, Бэл. Западному путь через 5 минут. С нами будет берег. Сзади полно места. Выходим из лифта и сразу идем в сторону двора. Готовь заряд, Бэл. Идем, Бэл. Все выдвигаться. Наконец-то. Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл список спящих агентов. Вопреки всему. Стальной характер, ничего не скажешь. Был молодцом. Похоже на то. Но, по-моему, они все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем имеют дело. Возможно. Оказалось, что один из тех агентов связан с Зеленым Светом. Теодор Гастингс, инженер-ядерщик из Солт-Лейк-Сити. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея. Вот оно. Свежий след Теодора Гастингса ведет сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Кастро наверняка в курсе. 20 баксов тому, кто притащит его ко мне. Кого? Кастро или Персея? Любого. Мы не дадим ему привезти эту бомбу в США. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все готово. Когда начнем, пути назад не будет. Вот. Обойдемся без гениальных идей. Да. Как говорится, в таких случаях Хадсон суд даю.
кое-что обсудить. Минут на пять. Ты на связи? Лично. Ты все? Поговорим? По виду, да. Да. Вот, смотри. Как у тебя с испанским? Осторожней, это протеже Адлера. Бел. Ты серьезно говоришь? Только не это. Не-не-не-не. Погоди, я сейчас все объясню. Началось. Ну да. Мы с Кастро в некотором роде кровные враги. У меня была возможность его убрать, но информатор подвел. Волна дерьма тогда дошла аж до самого Вашингтона. В общем, если я узнаю, что Персей снюхался с Кастро, и Хадсон случайно обнаружит мою пулю в голове Фиделя, ну, придется списать это на побочный ущерб. Хм. Уложился в 5 минут. Я ждал часового монолога. В Кхишане мы ловили другого урода. А, точно. В Хюэ мы выгрузились рядом с группой Адлера. А еще тогда я имел несчастье познакомиться с Хадсоном. За эти годы он не изменился. Как он был полнейшим занудой, так им и остался. Слышал? Мы легенды, мать твою. Да, где мы, там гром победы. Так, хватит уже языком трепать. Тот фальшивый американский городок тебя не впечатлил. Или ты сейчас про Мейсона? Не, я пока живой. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Вы с Адлером только что влезли в КГБ, ломанули их базу данных и ушли живыми. Ну а теперь наша очередь. На месте Персея я бы уже спрятался в нору. А я бы залил эту чертову нору напалмом. Для Адлера это кульминация 30 лет напряженной работы. Неудивительно, что он на взводе. А тебе стоит собраться и не думать о прошлом. Хорошо. Это дело. Да. До скорого, Белл. Момент. Побыстрее, я занят. Не то слово. Наш человек проделал огромную работу. Что до тебя, у нас требование только одно. Необходимо превзойти все наши ожидания. Приветствую тебя в команде. От всей души. Я не склонен обсуждать свои личные взгляды на членов команды с подчиненными. Что-то еще? Плана агента Зулай. Мы выбрали Лазаря вовсе не за обаяние. Он сапер высшего класса. Но даже если он не справится, тебе придется ее забрать. Да, возьми смену штанов. Ну нет. И при таком размере группа Персей может почуять опасность и сбежать. В этом случае меньше лучше. Данных точнее не будет. Разведки всего мира много лет пытаются привязать Персея к конкретному месту. Такое чувство, что он живет где-то между строк истории.
И если ты лично сможешь прикончить его, то я буду невероятно счастлив. Если хочешь повторить детали инструктажа, проектор в дальнем углу. Гастингс покинул Солт-Лейк-Сити. Мы проследили его до самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Лэнгли считают, Кастро готов помочь Персею привезти ее в США в обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях южнее Гаваны. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, там Персей прячет бомбу. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет умеренной. Работаем быстро и жестко. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она там. Гастингс мог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Где Адлер? Придет. Мы рано. Он должен появиться через... Парк, мы на месте. Принято. Пробуем окружить. Внимание всем. Работаем быстро и громко. Находим Гастингса, хватаем бомбу, валим нафиг. Вот, давай начинай. Блин, как вовремя. Марш, марш, марш! Ищу укрытие! Белл, сделай милость. Как заводные, блин! Нужно укрытие! Сосредоточиться! Прорываемся к главным воротам! Вот так точно! Снайперы, впереди! Второй этаж, окна! Надо перезарядиться!
не пощадим. Провинились эти бедолаги. Они закончили работу. Хорошенькая премия. Смотри, у них тут камера наблюдения. С их помощью мы можем найти бомбу. Красиво, пап. И как всегда на высоте. Контакт! Чем же провинились эти бедолаги? Они закончили работу. Хорошенькая премия. Смотри, у них тут камера наблюдения. Красиво, парни. Контакт! Все целы! Белл, ищи мины. Растяжка снята. Прикрывай огнем. РПГ на балконе. Контакт.
Мейсон, там еще один за стойкой. Спасибо, Парк. Уходи! Смотри дальше. Вот. Стоп, Адлер. Мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает ученых! Где? Второй этаж. Комната 27Б. Второй этаж. Центральная комната. Наверх, быстрее! Встретимся там, Парк! Грубо, но эффективно. Что, Парк, глаз оторвать не можешь? Белл, ставь заряд. Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Моня, кубри, лабораторию! Идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Протежене лабораторию! Voy a moverme. Смотри комнату. Гастингс, говори давай. Персей был здесь. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он заставил нас вычислить коды подрыва. Дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я виноват. Гастингс, держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Нам надо найти этого гада Персея. Нам пора, нет? Контакт! Вертушка идет низко! Это наверняка Персей! Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адресников целая толпа! Бегу! Thank you.
Южная крыша, возможно, Персей. Грузится на вертолет. Блокируй! Отчекай! Окно! Давай в окно! Выходи через окно! Подтвердите контакт! Не жди! Запускай шар! Подтверждаю, земля, мы ищу вас видим! Укрытие. Пристегнитесь! Встаньте спиной к ветру! Не скрестите руки! Будем через две минуты! Марк, осторожно! На крыше снайперы! Поняла! На ладони! Лазарь, давай короткими! Патронов мало! Я, пожалуй, готова с тобой выпить. Не дразнись, пап. Только это будет не та ослиная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься. Вон они. Где самолет? Минута. Держись, Лазарь. Знаешь, как выберемся, с меня выпивка. Вот теперь мне есть. Минута. Держись, Лазарь. Знаешь, как выберемся, с меня выпивка. Вот теперь мне есть за что сражаться. Самолет! Парк, пристегиваемся! Живо! По очереди. Белл, ты вперед, мы прикроем. Давай. Укрытие! Черт! Секунд до контакта. Не могу. 9. 8, дотянуться. 7. 6. 5. Что смогли получить, с тем и работаем. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персея не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут, а потом в их гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать Андера. У него в запасе еще много фокусов. Давай, еще чуть-чуть.
Симс, каталку! Белл, за мной должок. Твою мать. Если мы и сейчас облажаемся, то потеряем не только Лазаря. Тебе придется выполнить еще одну задачу. Я очень надеюсь на тебя, Белл. Симс, готовь препараты. Все. Адлер, не трать время впустую. Она нам больше не нужна. Будь начеку, Белл. Ты ключ к победе над Персеем. Как и было всегда. Хватит полумер. Делаем прямую инъекцию в мозг. Прямая инъекция в мозг может вызвать судороги или хуже. Блин. Через глазницу? Ты уверен, док? Воспоминания пойдут почти сразу. Белл, слушай, постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Мы были на задании. Ну, Белл, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме? Сердце перебоя. Черт, пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Не верь Адлеру. Адлер лжет. Не верь ему. Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай и лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Ты бросаешься вперед и хватаешь М-16. Другое оружие. Ты
Уцелевшие вьетконговцы скрылись в джунглях. Вскоре стало ясно, что все твои спутники мертвы. Тебе пришлось в одиночку идти на поиски бункера. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Вниз, ложись, Чарли! Подойдем поближе, достань ножи и светись. Открывайся в траве. Они нас не заметят. Попробуем еще. Вниз, ложись! Чарли! Подойдем поближе, достань ножи и светись. Тебя не убили. Попробуем еще раз. Вниз, ложись! Чарли! Давай! Какого хрена ты творишь? Из-за тебя нас всех чуть не положили! Я бы тебя на месте отправил чистить сортиры! Да ну вернись! Разговор еще не окончен! Твое внимание привлекли голоса из пещеры за рекой. Они говорили на русском языке. Поднимаешь дробовик и на всякий случай готовишь лук. Тебе удалось стать свидетелем встречи вьетконговцев с советскими агентами.
Да, Белл. Это был вход в советский бункер. Да, правильно, бункер. А теперь расскажи про Персея. Почти получилось. Запускай так, шестой. Приготовились. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, союзников рядом не было. Были только вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука. Хватит маяться дурью. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука.
Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду. В счете упоминался мост возле дверь. Бункер был где-то за ним. На развилке интуиция подсказала тебе свернуть вправо, на звуки выстрела. Увидев бой, ты берешь М-16 на изготовку. Это осиное гнездо! Посылайте вертушку! Принято! Вертолет вылетел! Расчетные 2 минуты! Это вход в бункер из твоего отчета. Это может спровоцировать очередной приступ.
останавливайся! Черт, черт! Давай инструкцию по сценарию выхода. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконгов. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Мне надо узнать о бункере. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Поздно, Белл. Ты утверждаешь, что тебя убили. Гранатомет, ты бросаешься вперед. Бросаешься вперед. Хватит маяться дурью. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Попробуем. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Надо узнать о бункере. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед. Просто сбегаешь?
Совсем на тебя не похоже. Возле руины оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду. Белл, бункер слева, а не справа. Ложись, Чарли! Белл, вернись и иди по другой тропе. Вилки поверни влево, а не вправо. В отчетах говорилось, что бункер за мостом. Развилки поверни влево, а не вправо. На горе оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Штаб! Это Герцог 4. Тут у нас советский командный пункт. Кругом гитконговцы. Прошу отработать напалмом. Герцог 4 принято. Направляю борт. Расчетные 30 секунд. Дверь в бункер. Плевать, что дверь заклинила. Открывай! Еще одну инъекцию. Делай! Ну! Пульс зашкаливает. Боюсь, что Белл долго не продержится. Хорошо. Показатели стабилизируются. Пульс постепенно замедляется. Прекрати ходить кругами.
хватит терять время в этом коридоре. Чего? Лаборатория? Какого черта Белл в лаборатории? Белл, забудь эту чертову лабораторию! Мне надо узнать про бункер. Товарищи, США и их союзники медленно, но верно поживают. Программа начинает закрепляться. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Переживает еще один заход? Ты меня спрашиваешь? Делай. Мы не уйдем с пустыми руками. Сценарий 17. Готовься. Пора за работу. Это мы уже проходили. Идем к следующей части. Белл, дверь бункера была прямо в руинах. Ты заходишь. Белл, входи в бункер. Товарищи, США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Наши вожди бездействуют перед лицом этой угрозы. Это моральный долг Персея — действовать, когда они сдались. Скоро у нас будет американская атомная бомба. Ключ ко всему арсеналу зеленого света. Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. Признаюсь, я удивлен. Так быстро прийти в себя. Мы перепробовали все. Стандартные методы допроса не сработали. Подавление воли и стирание личности — сложный и болезненный процесс. Невелика цена. Опыты Цирус сознанием увенчались успехом в области внедрения ложных воспоминаний. Хочешь, чтобы я рассказал им о Вьетнаме? И нужно выбрать кодовую фразу для активации внедренной памяти. Пора за работу. Пора за работу. Тебе было нужно в советский бункер. Похоже, программа начинает закрепляться. Пора за работу. Мы давно знаем друг друга. Сражались вместе, проливали кровь. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Перепрограммирование окончено. Пора дать имя нашей новой личности. Белл.
Она приходит в себя. Белл, шутки в сторону. Что сказал Персей? Где он? Ты не в себе, Белл. Потом мы все объясним. А сейчас надо помочь друг другу. Когда тебе не повезло, мы дали второй шанс. Сейчас нам нужна ответная услуга. Белл, ты ведь тоже из команды Персея? Его подручный, Араш Кадивар, напал на тебя на аэродроме в Турции и бросил умирать. Из Трабзона самолет полетит к дуге. Ты знаешь. А этого ты не знаешь. Персея там нет. Никто из этих наемников не уйдет с дуги живым. Мы выбросим их трупы в лесу, а потом переправим груз в Волку, в Берлин. Оттуда мы полетим на Соловки. Персей тебя слишком ценит. У меня на тебя другие планы. Мне не нужны конкуренты. Мы там были. Мы нашли тебя, когда все закончилось. ЦРУ создало тебя заново. Нам пришлось дать тебе новую личность взамен старой. Хадсон подумал, что твоя связь с КГБ может пригодиться в будущем. Но все остальное мы придумали заново. Вдобавок мы получили возможность использовать твои лингвистические и криптографические навыки. Куда сложнее было с памятью. Специалисты программы МК Ультра взяли за основу память Адлера о Вьетнаме. Мы хотели создать у тебя ощущение общего прошлого, чтобы вызвать доверие. Нет, считай, тебе повезло. У тебя эти воспоминания пару месяцев, а я живу с ними больше 10 лет. Бесполезно тебя допрашивать, но проект МК Ультра позволил создать план Б. Убедив тебя в том, что ты не ты, мы могли привести тебя туда, где ты расколешься. Это уже кое-что, но мы еще не закончили. Пора за работу. Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под замком. Белл, возможно, сейчас ты нас ненавидишь за этот поступок. Просто объясню, каковы ставки в этой игре. То, что ты сейчас делаешь, нужно не мне и не тебе. Речь о чертовых миллионах людей. О том, чтобы остановить того, кто, как в конце концов выяснилось, предал всех, кроме самого себя. Скажи мне, где Персей? Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. С безопасной позиции на Соловках. На Соловках. На Соловках. Это твой шанс узнать, чего ты стоишь на деле. Где Персей? С безопасной позиции на Соловках. Соловки. Соловки. Симс, звони Вашингтон. Остальные собирайтесь, уходим. Правильный выбор был. Идем. Ты наш человек.
Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой свободному миру. У вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Еще несколько часов, и Персей взорвет атомные бомбы во всех крупных городах Европы. Мы готовы пойти на все. Придется пересечь черту, чтобы эта черта вообще осталась. Нас не назовут ни героями, ни злодеями. А нас не узнают. Лично я. Гоняюсь за этим призраком уже 13 лет. С меня хватит.